Здравствуйте, дорогие садоводы и огородники! С вами Наталья на своем канале «Сад и огород круглый год». И хочу я показать вам свою землянику, которую я высела в начале февраля месяца. Это барон Рюгин. Посмотрите, вот у нас сегодня 10 сентября, и у меня земляники еще полным-полно. Вот это вот молодые кустики барона Рюгина. Ну, у нас стоит, конечно, жара. Жара, поэтому ей не хватает влаги. На дачу мы не имеем возможности приехать часто, раз в неделю. Ну вот приехали и вот лакомимся. Вот эти вот молодые кустики барон Рюгин. И старые кусты барон Салимахер. На них еще тоже большое множество ягод. Ну что сказать, конечно, очень хочется весной такую ягодку. Но вы знаете, дети не отказываются от нее и сейчас, в это время. Вот насобираем, тут баночка литровая точно выйдет у меня с моей плантации. И вот такие вот витаминчики в сентябре месяце. Кто еще не посадил земляники ремонтантные, которые родит, вернее, нейтрального дня получается, которые плодоносит весь сезон, это стоит делать, потому что вы будете лакомиться вот такими ягодками до самых-самых морозов. Если бы мы поливали, было бы, конечно, больше. Ну и, как говорится, зато спасибо. Посмотрите, вот сколько у меня ягод. Итак, барон Рюгин, барон Салимахер радует нас в конце сентября. Ну что ж, всем пока. С вами была Наталья на своем канале. Я желаю вам вкуснятины и витаминчиков весь сезон. Пока-пока.